Накануне под Тюменью из-за молнии сгорел дом. Огонь уничтожил дачу в товариществе «Юбилейное» по Салаирскому тракту. Очевидцы запечатлели пылающее здание и выложили фото и видео в соцсети. По информации пресс-службы МЧС, общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров. На месте работали 5 машин и бригада из 17 человек. Погибших и пострадавших нет, но из-за случившегося люди остались без вещей и денег, сообщает издание «Вслух.ру».